Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопижано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Панчакалпатарувасчакипасиндубхавачу Патитананг Павунибхо Вишнабибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Яткипатамаханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тусидеббхай Пиявай Кешавасача Шнавакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарунча ива наруттамам Девин сарасватин вясам тато яйо мудире Шанкиртане кришна катху пудеше Гаурия патрашча пракасане ча Шадану ракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагод барану Дейям сада парибхавагнам авиштадухам Титас падам сива виринчанутам сараньям Бхитаттихам панатапал бхавадипутам Банде махапурушате чарна арвиндам Ятпада паллавана качанда маничатая Бисфуржита кимапикапавадушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамуртихи сарадикамай кадакибам каруш. Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lambita bhujau kanaka buddhato, Sankirtanai kapitaro kamalaya taksho. Вишам бару дижа бару жуга дхарма пало банде жагат приякару каруна бхатару Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Намами Ганге Тава Падупанкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно прияманангу мада пухарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджушшо бадане Лакшмир жасача бхакшаси Жасьясте хидай самбид Вам нишингамахам бхаджи Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Evam Guru Prashanita Bhaktya Эвам Гуру Пашанайка Бхактя Бидда Кутарена Ситена Дхира Бибрича Джива Саямаям Апраматта Сангрича Атманам Атхо Тайджуастам. Эвам Гуру Пашанайка Бхактя
Vidya kuthare na sithe na dhira vibhrishcha jiva sayamayam apramatta sangvascha atmanam athu taijyastam. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Yogacara told. В большей или меньшей степени все мы осквернены Майявадой. Это наша главная проблема. Гауди Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что в большей или меньшей степени все мы осквернены Майявада Вичаром. Это наша главная проблема. Что же такое Майявада Вичар? Это безверие, вечное существование Бхагавана, Гуру, Вайшнава, Дхамы и Нама. Они не верят в Гуру Пада Падму, в Вайшнавов, в Бхагавана, Дхаму, Нам. Это их хроническая болезнь. Кто-то может сказать: «Махарадж, мы видели, как они замечательно совершают пуджу. Они совершают настолько роскошную гуру-пуджу, тратят лакхи рупии». Но в ответ на это Прабхупад говорил: «Гуру-пуджа все равно, что шутка, потому что они не верят в гуру». Они не верят в вечное существование гуру. Лишь на какой-то промежуток времени они принимают гуру. На короткий промежуток времени. Потому что им нужно на чем-то концентрироваться. Они помещают идол, не виграху, а идол перед собой. Брахма бесформенен, говорят они. Мы должны о чем-то думать, поэтому мы помещаем перед собой виграху Кришны, Брахмы, но в действительности Господь бесформенен. Вечно виграхи не существует. Они также строят храмы. Они также поклоняются виграхе. Они также принимают гуру. Тем не менее, все это все равно, что шутка. Они тратят лакхи. Тем не менее, все это не имеет под собой жизни. Это безжизненно. Материально. Они принимают в соответствии со своей сиддхантой гуру, который не является сиддхой. Попытайтесь это понять. Потому что если он был бы ситхой, он бы стал брамой, и он бы уже не мог играть роль гуру. Поэтому они принимают того, кто им еще не стал. Они принимают того, кто не постиг браму. Это же смешно. Даже пятилетний мальчик будет смеяться над этим. А если он уже познал гуру, познал Брахму, он не может действовать как гуру, он сам становится Брахмой. Тем не менее, они лгут. И мы можем доказать, что они лгуны. Они постоянно сконцентрированы на единственной татве — Брахма-саттья. А гуру для них нечто бессмысленное, бесполезное.
пока мне нужно на чем-то сконцентрироваться, сконцентрировать свой ум, я принимаю гуру. Но после этого он мне больше не нужен. Так вот, наша гуру-пуджа в большей или меньшей степени такая же. Прабхупад говорит, что когда мои вади, нирвишеша вади, имперсоналисты присоединились к обществу гаудиев, с этого момента начались все проблемы. Когда имперсоналисты, майявади, присоединились к обществу преданных. Они якобы служат гуру, но это все равно, что шутка. У них нет веры. Но если она и есть, то она 50-процентная или что-то подобное. Гуру означает тяжелый. Тот, кто является самим Бхагаваном. Он может избавить меня от анартх, избавить от ложного эго. Если я предамся его лотосным стопам, он сможет избавить меня от анартх. Он дает мне мантру, а мантра означает мантра — это то, что освобождает меня от моего рационального мышления, от моей мирской логики. В противном случае, каков бы был ее смысл, если бы она не могла сделать это? У меня есть границы, за пределы которых я не могу выйти. Так вот, Гурудев удаляет эти границы. Это давая мне мантру, давая мантру ученику, Гурудев освобождает его от его тенденции к ментальным спекуляциям. В противном случае он не может называться гуру. В шастрах сказано, тот, кто дает мантру, является гуру. Мантра, гуру и хари не отличны друг от друга, едины. Я получаю мантру, означает гуру Махарадж дает мне Бхагавана. Все, что нужно, просто осознать это. Я должен это просто осознать в процессе баджана. Гурудев уже дал мне все. Тем не менее, я не могу видеть Бхагавана, потому что я слеп. Все, что от меня требуется, просто осознать, что Гурудев уже дал мне Бхагавана через мантру. Гурудев помогает избавиться нам от анартх, от авидьи. Авидья означает майя. Тем не менее, есть одно условие. Необходимо быть подле Гурупада Падме. Имеется в виду, всегда ваше лицо должно быть направлено на гуру. Существует два... Два вида служения. Гуру-сева и лагу-сева. Попытайтесь понять это. В
кто-то может обвинять Прабхупаду, что он никогда не служил своему гуру. Какое служение он исполнял своему гуру? Он никогда не стирал ему, не готовил. Но так говорят глупцы, которые не понимают, что есть подлинное служение. Наш Бхана Госвами Махарадж, Госвами Махарадж, они никогда не стирали Гурупада, одежду своего Гурупада Падмы. Тем не менее, они служили через Харикатху. Служение Гуру означает служение Бхагавану. Они, этим они и занимались. Хотя люди порой говорят, что вот мы никогда не видели, чтобы он служил Гуру. Но что вы можете видеть материальными глазами? Что они могут видеть материальными глазами? Казалось бы, Прабхупад никогда не служил Гуру Кишарадас Бабаджи Махараджу. Тем не менее, Гуру Кишарадас Бабаджи Махарадж пришел сюда, чтобы исполнить наставление Чайтанья Махапрабху, Шри Чайтанья Манобиштам. Тем же самым на протяжении всей своей жизни занимался Шрила Прабхупада. Поэтому он совершал самое сокровенное служение своему духовному учителю. Существует такое понятие «гуруизм», такие как наряду с капитализмом, социализмом и так далее. Гуру нужно служить больше, чем Бхагавана. Любить его больше, чем Бхагавана. Потому что Гуру наделяет нас апракрита видей, трансцендентным знанием, при помощи которого он срубает в корень авидью, невежество. Благодаря бхакти это происходит. Итак, я срубаю древо невежества при помощи топора, то есть бхакти, видья, который дарует мне Гурудев, очень, это то есть топор, он очень острый, и я срубаю это дерево, которое мешает свету распространиться в моем сердце. И с тех пор я начинаю видеть вещи такими, как они есть. Пока я был под влиянием авидии, я думал, что тело является инструментом для моих наслаждений. Но все... Что за коренная причина в нас, наших желаний, материальных желаний? Авидия, невежество, и именно ее выкорчевывает Гурудев трансцендентным знанием. Видей. Постарайтесь понять, что такое апраматья. Апраматья означает не сходите с ума. Why Parikshit Maharaj not going to kill Kali? Why not? Parikshit Maharaj will kill, no problem. Почему, порой задают вопрос, почему Парикшит Махарадж не убил Кали? I mean, our Shastra speaking that Parikshit Maharaj is very clever. Why? Но Шастра объясняет, что Парикшит Махарадж был крайне разумен. Он был подобен пчеле. Когда пчела собирает мед, она извлекает только нектар. Помимо нектара в цветке содержится и яд. Завтра я в деталях расскажу, как Прабхупад это объясняет. И только пчела может делать это, только пчела может извлекать мед из цветка, нектар из цветка. Возможно, Кали полон
осквернение. Кали — век противоречий, противостояний, где всем правит зависть. Тем не менее, в этом веке есть одно благоприятное качество. И этот кали особенен среди остальных, потому что в этот век пришел Махапрабху и даровал возможность при помощи святого имени достичь совершенства. This kind of prescription given, because Kali Kal, one lakh year, one man can live. Kalau ja dhayato Vishnu, can do dhan. Tetayam jajato makhoi. Makhoi is jagya. And dhapare paricharjaya. By paricharjaya, archana paricharjaya. And kalau tad harikirtana. Only by harikirtan you can get everything. В этой шлоке говорится, что в век Кали, благодаря Харикиртану, можно достичь совершенства. Тем не менее, не забывайте, что в этот век пришел Чайтанья Махапрабху. Для каждого века Кали методом достижения совершенства является Санкиртана. Благодаря Санкиртане можно обрести все, можно достичь Кришны, можно обрести вечное служение Ему. Махапрабху наставляет нас. Все, что вы захотите, вы обретете при помощи Харинама Санкиртаны. Парикшит Махарадж поэтому наблюдал за Кали, он хотел убить его, тем не менее он этого не сделал, потому что он глубоко подумал, он понимал, что век Кали полон осквернения и это неблагоприятное время, тем не менее здесь, в этот век, люди могут, каждый может достичь совершенства при помощи простого способа Харинама Санкиртаны. Но помимо всего, тут же говорится, что тот, кто не искренен, Парикшит Махарадж в этот момент не подумал о тех, кто не является лицемером, о тех, кто не является искренним. То есть, как он размышлял? Этот век полон проблем, этот век порочен. Тем не менее, кто искренен, для них не будет никаких проблем. А тот, кто не искренен, как им помочь? Помочь им невозможно. Но те, кто искренне, те, кто готовы к духовному развитию, получат все. А те, кто не искренне, те, кто лицемеры, они все равно рано или поздно умрут, как им поможешь? Так вот, в этой шлоке говорится, что лишь при помощи гуру Севы можно обрубить все материальные оковы. Апраматия в этой шлоке означает искренний, искренний, внимательный и тот, кто всегда начеку. Тот, кто всегда размышляет о собственном благе, всегда сосредоточен на нем. А тот, кто апрамати, тот, кто сосредоточен на майе. И такие люди все равно рано или поздно умрут.
Поэтому как я смогу спасти их, думал Парикшит Махарадж. Даже Прабхупад и Бхактивинода Тхакур не могли спасти таких лицемеров, поскольку Вриндаван Дас Тхакур утверждает, те, кто по-настоящему искренне приняли прибежище Садгуру, и так или иначе они избавятся от материальных оков и достигнут совершенства. А Вриндаван Дас Тхакур, как вы знаете, является Вьясадевой. Так вот он провозгласил это. Тот, кто искренен, приняли прибежище, не будет у них никаких проблем. Кришна никогда не отбросит их от себя, он всегда будет помогать им. Тем не менее, те, кто не искренне, будут рисовать на лбу тилок, танцевать в киртане, заниматься накопительством денег, делать то, что они хотят, но спасения им не получить. Прабхупад вновь и вновь говорит, когда обусловленная душа занимает позицию гуру, это является страшнейшей опасностью для всего общества, для всего мира. Как я уже рассказывал, реакция становится, приумножается. Когда один, то есть один гуру, несовершенный гуру, может испортить 2000 учеников, а те, в свою очередь, могут еще по 5000 испортить. И так весь мир, в конце концов, становится порочным. Можете верить, можете нет, но то, что я говорю, основано на научных доказательствах. Возможно, какой-то гуру, какое-то сообщество, обусловленная личность, то есть обусловленная душа, и он не может дать им трансцендентных наставлений. И ученики, глядя на то, как обманывает их гуру, сами учатся врать. Так вот, если один ачарья, возможно, обманывает 5000 учеников, или неважно, сколько. Сейчас очень легко создаются ученики. Их может быть сколько угодно. Так вот, по цепной реакции расходятся пороки по всему миру. И разрушается весь мир. Погружается в лицемерие. Я не говорю, что все лицемеры. Я говорю, что большинство склонны к этому. Так вот, в шастрах сказано, что тот, кто лишь дает наставление другим, но не применяет наставление в своей собственной жизни, не следует им сам, позволяет, к примеру, женщинам массировать свои стопы. Мне писали ученики одного гуру, как такое происходило. И я сказал, это век Кали. Что мы можем сделать? Все, что мы можем, просто избавиться от их общения, от их общества. Если только кто-то нападает на саду, Баларам вступится за него, вступится так, что никто не сможет его победить. Если кто-то пойдет против чистого преданного, Баларам разрушит все в его жизни. Баларам защищает своих преданных. Which is
I am going to advise which is not tested in my own life. That kind of upadesh can spoil the whole world. Когда кто-то дает наставление, которым не следует сам, такие наставления портят все, весь мир. Это не я придумал, это говорится в шастрах. То, что я не применил в своей собственной жизни, но обучаю этому других, разрушает весь мир. Такие советы, такие наставления. Итак, нам необходимо понять и помнить, что такое состояние, такое положение крайне негативно. Где же истинный гуру? Кто может, который будет наставлять нас? К нему нас может привести Бхагаван. Итак, майявади также поклоняются гуру. Они совершают, они следуют в Вьясапуджи, но это Вьясапуджи не что иное, как шутка, потому что она не имеет под собой реальной основы. Тем не менее, Вьясапуджа искреннего Гаудия Вайшнава, того, кто осознает, что кто есть гуру, какова гуру татва, гуру пуджа, поклонение такого Вайшнава совершенно. Подлинный ученик может за километры от гуру поклоняться ему в уме. И его поклонение достигает Шри Гуру. Поэтому совершенно не обязательно находиться рядом с духовным учителем для того, чтобы поклоняться ему. Тот, кто совершает настоящую гуру севу, становятся сами, в процессе сами становятся гуру. И такого преданного не надо избирать и назначать гуру. Сам Бхагаван назначает его. Это происходит естественным образом. Если мой гуру Падма является Парамахамса Шрештха, моя гуру сева не будет напрасной никогда. Если я по-настоящему совершаю гуру севу, если я не стремлюсь обмануть гуру Падападму, сила придет, сила Прабхупады, Бхактивинода Такура, Кешава Госвами Махараджа придет к нам. Нам даже не нужно молиться об этом. Я никогда не молюсь, не прошу. Я знаю, что это бесполезно. Я просто совершаю, повторяю аник, предлагаю поклоны, и они наделяют меня энергией, наделяют милостью, силой. Итак, чтобы поклоняться Гуру Пада Падме, чтобы предложить ему что-то в процессе яги, нам необходимы какие-то объекты. Кажется, что ученик должен насобирать дров для того, чтобы поджечь огонь, разжечь огонь. Но это не совсем так. Нужно предложить свое сердце, свою атму, как жертву в огонь. Необходимо предложить самого себя лотосным стопам Гуру Пада Падмы. Если вы действительно сделаете это, Шроутиям, тот,
тот, кто следует Шрота Пантхе в точности таким образом, как учил Махапрабху, как учил Нитянанда Прабху, Сваруп Гасай, Рада Мадава, Санатан Госвами, Джива Госвамипад, Ругунат Госвамипад, в точности следовать их учению. Нам не интересна какая-то вымышленная сиддханта. Неважно, сколько у вас есть денег, нам не интересны ваши измышления. Мы хотим следовать в точности нашим ачарьям. Малейшее уклонение от учения Гурупада Падмы уведет нас с пути преданного служения. Гуру должен напрямую служить Парампаре и самому Бхагавану. Он должен обладать твердой ништхой, твердой верой в Брахму. Брахма тут не имеется в виду какой-то имперсональный Брахма. Сам Кришна подразумевается. И понимать, что есть подлинная сева. Так вот, такая личность может наставлять своего ученика, давать наставление своему ученику. Но не показывать обществу какие-то чудеса, какие-то фокусы, думая, что вы всех одурачили, но на самом деле, в первую очередь, вы одурачили самого себя своим якобы показным умом, драмой, которую вы разыгрываете, спектакль, который вы создаете. Просто кричать «Джай Гуру Дев» еще не так важно. Важно что-то делать. Что-то, делать что-то, что скажет за себя Джай Гурудев. Понятно, что Гурудев Джай, что слава ему. I close everything for them. So, Prabhupada speaking, those who are taking diksha, those who are taking false diksha, false, they're coming with false mood and taking diksha. Итак, Прабхупад говорит, те, кто приняли ложную дикшу, те, кто пришли неискренне, не с искренностью ко мне, я их никогда не видел, и они никогда не видели меня. Есть те, кто утверждает, то есть некоторые утверждают, я получил дикшу у Прабхупады, и если они были неискренни, Прабхупад говорит о них, что я их никогда не видел, они никогда не видели меня. Что же говорить о дикше? Более того, я никогда до последних своих дней не хочу иметь с ними никакой связи. И не хочу видеть их лиц. Пусть они занимаются чем хотят. Потому что они лишь создают мусор в обществе преданных. Где преданные, где самопожертвование, где преданное служение. Не спектакль, когда кто-то поклоняется перед алтарем и играет в бхакти. Так делают блудницы, проститутки. Прабхупад употребляет это слово. Они словно блудницы пытаются удовлетворить общество. Но преданные не должны делать так. Преданные должны говорить бесстрашно, не думая, что подумает об условленном обществе.
А если гуру хочет понравиться публике, он тем самым служит своим ученикам, служит слушателям. Часто мы видим, как то есть истинный гуру не гордится какими-то богатыми учениками. Ему не важно, какое положение в обществе занимает тот или иной его ученик, потому что он смотрит на качество. Он все время размышляет, как предложить эту дживатму лотосным стопам Бхагавана. Когда я смогу сделать эту дживатму совершенной, чтобы предложить ее Бхагавану? Я обучаю ее, она совершает баджан, и когда она станет зрелой, обретет совершенство, этот распустившийся цветок я смогу предложить Бхагавану. Смотри, Бхагаван, я вырастил цветок. Так размышляет подлинный гуру. Он не заинтересован в создании учеников, он заинтересован в создании цветов, которые будут предложены Господу. Их не интересует, сколько у них учеников. Они не гонятся за количеством. На самом деле, гуру сам первым делом должен стать истинным учеником, а потом уже называть кого-то своими учениками. Таким образом, Прабхупад заключает, что мы не обязаны удовлетворять публику. Мы должны думать о истинном благе живых существ. Если за всю свою жизнь я смогу создать один-два таких цветков, этого будет более чем достаточно. Итак, Шрила Пури Госвами Махарадж Парамахамса Гурудев никогда не хотел создавать учеников. К нему приходили, однажды к нему пришел один знаменитый профессор из института и попросил: «Я хочу принять прибежище у вас». Махарадж спросил: «Откуда вы приехали?» «Я из Бихалы». Пури Махарадж ответил: «У тебя прям около тебя там протекает Ганга. Куда ты приехал? Там же рядом с тобой Санта Госвами Махарадж». То есть посмотрите, к нему пришел такая значимая личность в обществе. Он мог бы дать им инициацию, но он отправил его к Шиле Санте Госвами Махараджу. Хотя Санта Махарадж всегда воспринимал Шилу Бхакти Прамодпури Госвами Махараджа как своего шикша-гуру. Он относился к нему как с позиции ученика. Он говорит: «Ты от Ганги пришел в пруд, в водоем. Зачем тебе это нужно? Отправляйся туда, к Санте Госвами Махараджу. Пожалуйста, хотя бы один пример подобный приведите мне. Кто вот во всем мире можете посмотреть, кто-то способен на подобное». Поэтому его и зовут Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж. Поэтому он Парамахамса Шрештха. Поэтому он ученик номер один Шрилы Прабхупады, потому что он никогда не нарушал наставлений Гурудева. Он никогда не пренебрегал им, никогда не хотел пратиштхи. Он просто всегда относился к себе, воспринимал себя как собаку, как собаке своего гуру. Таким образом, не так-то просто прославить такого великого вайшнава. Так или иначе, у нас больше нет времени, потому что мы должны говорить о Враджа Мандале Парикраме. Гуру Сева и Гуру Пхога не одно и то же, и никогда не станет одним и тем же. Итак, мы достигли Варшаны.
сам храм, сам холм Варшаны, холм, на котором находится Варшана, это сам Брама. Потому что Брама хотел созерцать все лилы, которые будут проходить, которые будут являть Шримати Радхарани. Радхарани являла там свои лилы, но у нас нет права говорить, слушать о них. Я лишь вкратце упоминаю о них. Там Радхарани, на Варшане повсюду в окрестностях Радхарани совершала лилы. Мангар, Дангар, вчера я говорил о них. Майоргар. Long distance, you go through hilly place and go, and there you can reach Man Mandir. I like that Man Mandir very much. I don't know why. I get lost. Поблизости находится Ман Мандир, потрясающее место. Оно очень привлекало меня, не знаю почему. Оттуда также открывается замечательный вид на окрестности, на весь Врадж. Я крошечное, бесполезное творение. Если вы прольете на меня свою милость, вы мой гуру, я смогу продолжать. Там находится пруд, где Шримати Радхарани прогневалась на Кришну. Кришна просил ее о милости, припадал к ее стопам. Также там находится важное место под названием Гахаларван. Как вы знаете, на Варшане жил Ришабхана Махарадж. И там, в окрестностях, есть очень много важных мест, мест, которые в действительности это многие не знают. И там в глубоком лесу есть пруд, на холме. И это место называется Гахаларван. Сокровенное место, где Радхарани и Кришна встречались на Варшане. Там горная местность, имеется в виду холмистая. Также там соединяются два холма, и между ними создается небольшое ущелье. Место называется Сакрикор, означает «очень узкий проход». И через него Радхарани проходила. Это был какой-то быстрый путь. Чиксоли, следующее место, это деревня Читрасаки. Давара находится поблизости. Это место явления Тунгавиди, Сарасвати. Далее находится холм, где плакали гопи, а Кришна прикоснулся к холму, где они находились, и пообещал: «Я клянусь, что я вернусь». Шалганшила, что в переводе означает «обещание». Когда вы спуститесь с Варшаны, вы увидите место под названием Вилли Пакора. Там Радхарани хной наносили мехенди на руки.
Подобное, нечто подобное люди делают татуировки. Это не хорошо, это осквернение на самом деле. Их татуировок делать не надо. Так вот, агопии украшали себя мехенди. Это очень благоприятно и красиво. Радхарани там, в том месте, таким образом украшала свои руки, а через какое-то время смывала в пруду. Пили покор, называется это место, в этой кунде. Мыла руки, смывала хну. Поблизости также находится кунда, где принимала омовение мама Ишода. Далее на большом расстоянии находится храм Нимбарки Сампрадая. Но я не хожу в то место. Там, хотя построили большой роскошный храм, но он для того, чтобы привлекать людей. Только лишь. Если вы пойдете дальше, вы обнаружите прекрасное озеро Саровар, Прем Саровар. Это очень важное место, которое было создано из слез Радхарани. Не думайте, что это сказки, что это выдумки. Я знаю, что вы так думаете, но в трансцендентном мире возможно все. Не пытайтесь рассуждать при помощи материального ума. Не полагайтесь на него. Итак, Према Саровар — очень важное место. Одна сахаджийская сампрадая поддерживает это место, присматривает за ним. Там происходит много лил Радхи и Кришна. Это место называлось Прем Саровар. А затем вы можете пойти в Баджан Кутир на Санкет. Я уже говорил об этом месте, когда Кришна играл на флейте, Радхарани услышала и поняла, что Кришна зовет ее, и побежала в то место. Санкет — замечательное место. Там старинные храмы, которым по 500 лет. Там можно совершить парикраму. Поблизости есть другие храмы. Санкет Бихари Лал. Там замечательный храм, где можно отдохнуть. Далее нужно пойти в место, где Радха и Говинда качались на качелях. Помню, 10-12 лет назад я принимал там прасад Браджаваси. Приготовил и распространял прасад, и я с радостью там вкушал. Там же находится Баджан Кутир нашего Гопала Баты Госвами. Там он совершал свой баджан замечательным образом. Баджан на самом деле подразумевает наслаждение. Если вы посмотрите в лицо того, кто совершает баджан, вы все поймете. Поймете, что он действительно совершает баджан, потому что их лица освещены особым светом, потому что они в действительности наслаждаются. Но наслаждаются не материальными вещами, а трансцендентными. Поэтому те, кто по-настоящему совершает баджан, счастливы в подлинном смысле слова. Одно лишь недовольство их, это имеется в виду одно лишь желание встретиться с Кришной.
Необходимо с энтузиазмом стремиться достичь цели. Так, после Бхаджан-Кутира Гопала Бхатта Госвами нужно идти долго-долго-долго, и в конце концов вы придете в Нандагаон. Но перед этим будет Гошала Нанда Махараджа. Если вы сможете зайти вовнутрь, во время Нанда Махараджа там был огромная-огромная Гошала. Теперь она большая, тем не менее, не настолько, как была во времена Нанда Махараджа. Там Нанда Махарадж сидит на асане, и вы можете увидеть это. Слева Гошала Нанда Махараджа, а справа будет Удава Кьяри. Удава встречался с Гопи в разных местах. Никто об этом не знал. И первое место, где Удава встретился с Гопи, как раз-таки называется Удава Кьяри, находится там. Потом много, где они еще встречались. Как я рассказывала, Гьян Гудри во Вриндаване. Там же находится... То есть много-много мест встречи, где встречался Удава Махарадж с Гопи. Прежде всего, зайдите в Нанда Бхаван. Там много входов и выходов, много лестниц, много подъемов. С какой бы стороны вы ни подошли, будет лестница, ведущая в Нандаграм, в дворец Нанды Махараджа. Махапрабху посещал это место. Когда вы подниметесь, вы обнаружите, как там совершите парикраму, получите даршан божеств, примите прасад. Там же находится Нандишвар Махадев. Когда выносят прасад, их бросают... Когда тарелку с прасадом выносят, бросают Нандишвар Бхагавану, первым делом дают ему Нандишвар Махадеву, и он очень счастлив, что он получил Махапрасад Кришны. Там же от Нанда Бхавана вы можете подняться выше, совершите парикраму, а затем по лестнице можно подняться. И сверху вы увидите много всего. Паван Саровар, Теркадамб, Ашешвар Махадева. Настолько прекрасный вид открывается. Ашешвар Махадев. Там молились мама Ишода и Нанда Баба. Именно в том месте они поклонялись ему. Также там есть кунда. I have one Mahadev of that Kashyapa, very costly.
official Mahadev in this kind of very costly, very nice. I love that. Anyway, so it's not available. Old world is not available. Very restricted. Government very restriction there. So you can find one, lion. Lion in the sense when Gopal, small boy, is not going to take prasadam. Когда Кришна не отказывался вкушать прасад, мама Яшода пугала его хаубилау, то есть демоном, как говорит, ешь прасад, иначе тебя заберет хаубилау. И Кришна кушал тогда. Нанда Махарадж создал хаубилау, чтобы пугать Кришну этим. So already two Haubilau already gone to Delhi. It was supposed to go to foreign country in the meantime. И на самом деле его хотели продать. Вот это то, что было сделано еще в те времена. Хотели продать за границу, но этого не получилось осуществить. Он сделан из какого-то драгоценного металла, который стоит очень много. So there, Sanatana Goswami Bhajan Kuti, there is some deity. After that, our Krishnadas Babaji Maharaj used to do bhajan at the bank of Pavan Sarovar, whole day and night. Далее находится Павана Саровара, где Кришнадас Кришна Госвами совершал баджан. Рядом находится храм Паван Бихарим. Я попросил кого-то пожертвовать на ремонт этого храма, и в конце концов его отремонтировали. 40 лакхов. В Павана Сароваре можно принять омовение. Там же находится колледж, который установил Бона Госвами Махарадж, школа. Он открыл колледж. Во Вриндаване. И одну школу там, на Павана Сароваре. Как я рассказывал, когда Нанда Махарадж захотел совершить паломничество по святым местам, Кришна сказал, что незачем ему никуда идти. Все тиртхи, все святые места, все священные реки предстали перед Нанда Махараджей и вошли в Павана Саровару. И таким образом он просто принял омовение там, и ему не нужно было ездить на дальние расстояния, чтобы посетить все их. Далее будет Вринда Саровара, где Вринда Деви совершала баджан. Оттуда вы попадете в Чаран Пахари. Полкилометра или один километр нужно пройти. Там лотосные стопы Кришны. Можно совершить парикраму. Time is limited. From there, you will have to go to
Now different places like Jabgaon, Jabban, Jabar. Jabar, do you know? But first of all, you will go to Terkadam. Terkadam, the place. Затем нужно пойти в Теркадамба. Там Кришна играл с телятами. Мама Ишода сказала ему: «Я не могу позволить тебе идти одному». Я буду просто... Нет, мама, отпусти, я буду просто в одном и том же месте. И буду играть на флейте, и тогда ты поймешь, что я действительно никуда не ушел. Итак, Кришна играл на флейте. Мама Ишода слышала звуки его флейты и не беспокоилась о нем. Поблизости находится Баджан Кутир Санатны Госвами, а Теркадамба является Баджан Кутиром Рупы Госвами, где он долгие годы, на протяжении долгих лет писал, писал шастры. Оттуда вы можете пойти к Ашешвар Махадеву, которому поклонялся Нада Бахарадж и мама Ишода. Возлейте воду на него, совершите парикраму, а затем через поле можно срезать. И вы окажетесь в Кадирване. Где жил Локанандас Госвами и Наротам Дас Такур. То есть это Баджан Кутир Локананда Даса Госвами. Поблизости находится Кишари Кунда, пруд. Место замечательное. Поблизости там много также мест, которые необходимо посетить, много храмов. Дальше Кхайра. Это то место, где совершали свои игры мальчики-пастушки с Кришной. Но однажды пришел Бакасур, демон в образе цапли. Он ловил... И Бакасура поглотил одним за одним, за другим мальчиков-пастушков. В это время мальчики кричали «Кайро! Кайро!» Из живота цапли мальчики кричали: «Нас проглотили! Нас проглотили!» Это Браджаваса, язык Браджаваси. Кайро. Спаси нас. Помните, я говорил вам о Шантана Кунде? Там деревня Бакасуры. Бакасур является братом Путаны. И деревня называется Бакатпур. И оттуда можно дойти до деревни Путаны. Мы уже говорили о ней. Сейчас мы уже далеко ушли оттуда. Так, получите даршан Кайрвана, Кадирвана. Затем будет долгая дорога с острыми камнями, по которой сложно идти. Вы получите массу удовольствия.
идя по ней. Затем придете в деревню Явад, то место, где состоялась свадьба Радхарани. Там находится мандир Радхарани, храм Радхарани. Там же Кишори Кунда. Там была сложная ситуация, что Браджаваси не позволяли Гопинат Матху поддерживать это место. Меня послали, чтобы наладить отношения с Браджаваси, и тогда они согласились. Мой Гуру Махарадж хотел построить там храм. Насобирали много денег из России и других стран и построили на эти деньги храм. И дальше будет храм дом, где живет Радхарани. Там уже, конечно же, нет никакого дома, там какое-то изваяние Радхарани. Мы кланяемся этому месту, потому что оно действительно находится там. Сейчас мы должны остановиться. Завтра мы пойдем в Кокилаван и так далее. Если вы придете завтра вовремя, мы закончим. Tomorrow I can discuss so many, I'd like to discuss something, tomorrow is the last day.